Привет, друзья! Продолжаем освещать тему независимых разработчиков роботов России. К нам обратился за помощью один из таких разработчиков из Приморского края. Судьба его проекта непростая. С его слов, его разработкой роботизированной платформы воспользовались чиновники и пытаются ее использовать в личных целях. Разработчику не хватает финансирования для завершения своего проекта. Просим вас оказать ему помощь. Даже ваши 100 рублей помогут ему закупить новые двигатели, аккумуляторы и средства связи для улучшения робота и отправки его на испытания солдатам. Данные для помощи на экране и в описании к видео. Разработанная им платформа называется «Помогатор». Роботизированная платформа существует пока в двух вариантах прототипов – ПШ-56 и ПШ-40. Роботизированная платформа предназначена для эвакуации раненых солдат и доставки боеприпасов на передовые линии огня. При достаточном финансировании проект можно довести до уровня полноценного военного робота и оснастить оружием. Сейчас роботизированная платформа «Помогатор» имеет такие характеристики: грузоподъемность до 300 кг, развиваемая скорость до 9 км в час, время работы с грузом до 8 часов. Разработчик планирует увеличить грузоподъемность, увеличить время и радиус работы робота. Для этого ему нужно помочь с финансированием. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.